Из всех наук и искусств всех древнее музыка. Одним из видов художественной выразительности в музыке является хоровое исполнение. Композитор и хормистер Георгий Александрович Струве очень точно выразил то, как влияет пение в хоре на человека. Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу. Общество, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере. Программы дополнительного образования «Сонора» и «Триоль» направлены на художественно-эстетическое воспитание обучающихся, знакомство со средствами вокальной выразительности и приобщение к искусству. В занятиях у обучающихся есть возможность профессионально развить свои вокальные навыки – дыхание, артикуляцию, постановку голоса, диапазон, артистизм, что даст им возможность реализовать себя в качестве артиста и выступать на сцене различных концертных площадок, а также участвовать в конкурсах и фестивалях. Несмотря на то, что вокальная и хоровая студии существуют не так давно, мы уже делаем успехи, выступая на школьных мероприятиях. Ждем вас на наших занятиях в хоровой студии «Соноры» и вокальной студии «Триоль».